Новый год – это день рождения каждого человека. Всегда боюсь со своими недостатками. Живи в мире со своими соседями. И пусть каждый Новый год обнаружит, что ты стал лучше. Завтра первая страница из 365 страниц книги. Напишите ее хорошо. Оптимист ждет полуночи, чтобы увидеть приход Нового года. Пессимист же ждет полуночи, чтобы убедиться, что старый год уже миновал. Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы. Новый год. Время обещаний и веры в то, что с утра все начнется заново, станет лучше и счастливее. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.